что, мы побывали на первой части «Крепкого мира». Прекрасная совершенно выставка. Организация, мне кажется, намного лучше, чем раньше. Подрезали у нас идею с подтанцовками на сцене, потому что первые подтанцовки появились у нас. Вот. То есть ребята из «Крепкого мира» перенимают опыт очень легко. Легко, ненавязчиво. Я хочу похвастаться этой сигарой. Я привез в 2001 году из Бразилии сигара винтажная 1997 года, ей 22 года. Мы сейчас просто вот отдыхаем в перерывах между... Ну, Аркен Ильич, вот эту сигару под какие напитки лучше всего? Эту? Да. А вот я не знаю. Дегустировать. Подвискай очень хорошо. Подвискай хорошо, под коньяк хорошо. Ну, под старые напитки. Под наши дистилляты. Вот мы специально взяли наших участников, наших призеров. Рому Симона, его Антона Павловича и Ротахию от Вани Манаенко, чтобы попробовать тоже в сочетании сигары. Ну, чтобы вы понимали, на «Крепком мире» у нас есть большой стенд, самый большой стенд из всех. Кстати, где... Ее даже уже называют улица самогонщиков. Улица, улица самогонщиков. Как бы реально улица получается. Ну, есть несколько, которые стоят отдельно. Это ярославские дистиллеры стоят отдельно. А, в общем-то, все остальные стоят с нами. Напоминаю, 30 ноября в Центральном телеграфе у нас состоится 6-й клуб «Малого шлема».